Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. Продолжаем вскрытие посылочек. Очередная партия посылок с Китая, с интернет-аукциона eBay. Добрые китайцы шлют бесплатно всякие полезные штуки за копейки. Даже с учетом изменения курса рубля. Так вот, на очереди у нас вот такая вот резиновая штука, судя по очереди. Я так подозреваю, что здесь защитные... силиконовый чехол для джойстика на PlayStation 4. Сейчас проверим, насколько мои подозрения оправдают. Скрывать надо очень аккуратненько, ибо можно что-нибудь точно разорвать. Открываем и... да, о чудо! Здесь находится прорезиненный силиконовый чехол для джойстика на PlayStation 4. Зачем он нужен? Большой секрет. Как им пользоваться, я думаю, нужно почитать в интернете, тому, кому это интересно. Собственно, силикон нормальный, качественный, а с учетом того, что это стоит порядка $2, так вообще волшебно. Здесь цена у них, наверное, рублей 500. В общем, вот, покупайте через интернет, экономьте денежки. Спасибо за внимание, всего хорошего.